Общаются два приятеля. Какие планы на выходные? Да думаю, в запой уйти. Ой, там так хорошо, у меня там тесть живет. Судья допрашивает свидетеля. На каком расстоянии вы находились от места преступления в момент первого выстрела? Метрах в 20. Значит, вы могли видеть все происходящее. А на каком расстоянии вы находились в момент второго выстрела? Километрах в 2. Инспектор ГАИ спрашивает водителя. Объясните, как произошла авария? Очень просто. Моя теща требовала, чтобы я повернул направо, а жена налево. Я старался удовлетворить их обоих. Ужасно не люблю скандалов в семье. Идут по улице муж с женой. Жена, перестань сморкаться на тротуар. Я же подарила тебе прекрасный индийский носовой платок. Он не умещался у меня в кармане, я сдал его в комиссионку. Кстати, там сказали, что это чехол для хобота. В африканской саванне стоит скрипач и потрясающе играет на скрипке. Подошел лев. Лег в двух шагах и слушает. Подошли еще два льва. Легли и слушает. Тут подходит четвертый. Валит скрипача и жрет. На соседнем дереве одна обезьяна говорит другой. Я же говорила, как только придет глухой, музыка кончится. Перед первой брачной ночью дочь-девственница спрашивает у матери. «Мам, а как выглядит мужское хозяйство и какие они бывают?» «Доченька, бывают они трех видов. Когда мужчине 20 лет, его петушок как дуб, крепкий и твердый. Когда ему между 30 и 40, он как береза гнется, но в целом надежен. А когда мужчине за 50, его хозяйство как новогодняя елка». «Новогодняя елка? Да, корни мертвые, а шары те только для украшения».